вместе с мистером Фэрбэнксом в фильме снимались мистер Уильям Фарм, мистер Эрл Браун, мисс Мария Альба, а также вожди племен и местные жители островов Таити, Фиджи, Самоа и Маркизских островов. С тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, человек тщетно пытался найти земные удовольствия, радости и комфорт в искусственном мире, им самим сотворенном. Но сквозь годы он пронес одно извечное наследие – стремление сбежать от цивилизации, вернуться к природе и насладиться желанной свободой примитивного рая. Веками южные моря для человека были далеким, романтическим и таинственным миром, магнитом, притягивающим ученых, путешественников и искателей приключений. Давай, Руди. Еще раз. 4, 3, 2. Нет, рано на место. Восемь, 4, 2, 6. Молодец. Эти острова необитаемы. На них никогда не ступала нога человека. Неужели никого нет на этом красивом острове? Ни души. Как это ни странно, но мне в голову пришла мысль. Да, это действительно очень странно, Джек. Знаете, мне вдруг захотелось оказаться на таком острове. Боже, только не это, мы же едем на Суматру, охотиться на тигров. Не обязательно убивать, чтобы поразвлечься. Я хотел бы помериться силами с природой, причем голыми руками. Что ж, Робинзон Крузо жил как раз на таком острове. В том-то и дело. Робинзон Крузо просто миф. Так сделай его реальностью. С твоей привычкой к удобствам ты закричишь «мама» в первый же день. Никогда. Ты сошел с ума. Нет, сумасшедшему такое в голову не придет. Сделаем так. Вы едете на Суматру к своим тиграм, а когда вернетесь, я буду жить в хорошем доме с холодной горячей водой и с доставкой масла на дом 2 раза в день. Но там живут каннибалы. И когда мы вернемся, то ты уже будешь на вертеле. А вокруг костра будут прыгать дикари. Спорим, нет? Спорим, да. Спорим, нет? Спорим, да. Спорим $1,000,000. 1000 наличными, я спорю. Согласен. Ладно, возьми зубную щетку, может понадобиться. Значит так. Я говорю, что к тому времени, когда вы вернетесь, я буду здесь прекрасно жить, а ты говоришь, что я попаду на вертел. Правильно? Правильно. Так, часы для неженок, а галстуки для дураков. Пока. Куда тебе писать? Угол Парк-авеню и 52-й. А собака? У Робинзона была собака, а зубную щетку я себе сделаю. Вперед, Руди. Он выиграет спор или погибнет? Вы думаете? Но я кое-что придумал. Так, Руди, если ты будешь хорошей собакой, я тебе заведу кошачью ферму. Молодец. Не отставай. Ну, Руди, мы отрезаны от мира на много месяцев. Так, во-первых, надо найти воду. Ну, давай, пошли и поищем чистую питьевую воду. Дождевая вода.
Попробуй. Попробуй. Не очень приятно. Но пить можно. Пей, пей. Подожди. Я даю тебе последнюю возможность. Кокосы. Свежий кокосовый сок. А у тебя ведь был какой-нибудь предок, который мог раскусить такую штуку в два счета? Попробуй. Ну, ты уж очень привередлив. Это осложнит твою жизнь. Видишь, я приспосабливаюсь гораздо легче, чем ты. Ну, ты хитрец, Руди. В тебе сработал инстинкт. Последуем твоему примеру. Теперь подумаем о еде. Может быть, я закончу, питаясь травой, но уж точно не начну с этого. Да здесь просто сад. Кокос. Бананы. Хлебное дерево. Ананас. Я живу. А ты как? Как ты? Да, тебе придется сесть на диету. Прекрасное место. Теперь займемся жильем. Вот парк-авеню, а вот 52-я улица. Так, здесь все. Вода, еда, крыша над головой. Это называется разведка местности. А теперь пора за работу. Я покажу тебе, что произошло 10, а может и 200 тысяч лет тому назад. Первое, что сделал человек, когда он встал на задние лапы, но еще до того, как он выпрямился. Его когти уже стали короткими, а зубы слабыми. И он сделал себе орудие труда. Из этой коры туземцы делают веревки. Mm-hmm.
Тебе, наверное, интересно, люди, откуда я все это знаю. Так вот, я был бойскаутом, и я читаю книжки Дэна Бирда. Это первое орудие, известное человеку. Очень полезная штука. Есть сотни способов его применения. Без гвоздей, без шурупов, без шипов. Ничего, кроме волокон. Так, все просто. Так, и так, и так. И готово. Мы здесь заживем. Природа добра. Природа полна чудес. По-моему, я ошибся. Пойдем, Руди. Мы построим дом подальше от этих недружелюбных соседей. Этот остров по своему географическому положению и растительности полностью отличается от острова Робинзона Крузо. Смотрите, кто это? На этом острове свои маленькие драмы. Девочка явно не хочет снимать свой гребень. Та-та, однако она ничего. Ничего. Знаете, что это такое? Это церемония. Да. Девушка вручает гребень своему жениху, а он принимает его как символ помолвки. Как видно, она не очень хочет выйти за него замуж. Он, видно, ей не очень нравится. Интересно, а кто это вторая? Наверное, мать невесты. Подходящая пара для жениха, вполне. Так, а что последует за обручение? Через несколько месяцев, точнее, как говорят дикари, после четвертой луны, у них будет свадьба. Подружки моют, одевают, украшают невесту и ведут ее к жениху, который в завершении церемонии выбивает ей передние зубы. Шутите? Абсолютно точно. У нас это тоже происходит, только обычно после свадьбы. Прибыл на остров 1 июля. Thank you.
Хорошо, молодец. Хорошо. Дегги, не приставай к нему. Видишь, у него плохое настроение. Иди сюда. Иди, иди. Давай работать вместе. Суматра. Разрешение на ношение огнестрельного оружия. Предъявитель настоящего документа имеет право охотиться на тигра в голландской Ист-Индии. Вот это занятие для мужчин. А наш Робинзон скучает на своем острове. Скучает. Прибыл на остров 1 июля. Июль. Хорошо, теперь две огромных ловушки готовы. И если здесь бродят какие-нибудь звери, мешающие нашей робинзонаде, то мы готовы их принять. Это будет работать как звонок. Пойдем, пора обедать. Еще немного осталось. Скоро переберемся в наш дом.
Как тебе не стыдно, Дэйги? Поделись, Зуки. Где Руди? Пьяный? А, ловит рыбу. Что, Руди? Только одна рыбка? Так не пойдет. Опять отлив помешал. Ты вчера также оправдывался. Мы неплохо смотримся. Целое семейство. Ловушка номер два. Наш первый улов. Добро пожаловать в наш город. А я гадал, где мы будем брать масло. Говорят на туземском языке. Thank you.
Парк Авеню, 52-я улица. Thank you.
Что за игры? Ты будешь моим пятницей. Наука побеждает грубую силу. К вашему сведению, это знаменитый захват Стеккера. Сдавайся. Пятница, мирный дикарь. Это знаменитый захват Гоуну. Ну и как? Надо слушаться старших. Так не пойдет. Хоть и больно пятница, но надо. Ах так, да? Может, хоть вода поможет. Успокоился? Веди себя прилично. Будь умницей. Охотишься за головами. Ты, наверное, пятница 13-я. Ты убил радиста. Лучше бы ты убил диктора. А знаешь, у меня идея. Цинк. Медь, громкоговоритель, мы сделаем радио. Ты внес свой вклад в развитие цивилизации. Мы назовем станцию твоим именем. Ну что, привыкаешь? Скоро я развяжу тебя.
Эй, вернись! Не думаю, чтобы у Робинзона Круза было что-нибудь подобное. Надо будет перечитать книгу. Пятница сбежал, ты будешь суббота. Ну вот. Тебе лучше? Рассказывай. Откуда ты? Как ты здесь оказалась? Расскажи мне. Ты плавала? Вплавь? Гребла на каноэ? А, я знаю. Ты приплыла с того острова. Ясно. Вот с того. Посмотри, это дом. У нас здесь не убрано, мы не ждали гостей. Тут все просто, по-холостяцки. Мебель, конечно, не очень. Понимаешь, здесь все временно. Давай я покажу тебе кое-что. Тебе понравится. Ну как? Ну, я дурак. Ах так? Нравится?
Внимание! Говорит радиостанция CAA, Сан-Франциско. Передаем новости дня. В октябре в результате транспортных происшествий пострадало 760 человек, 43 человека погибли. Джордж Грэхэм, известный как состоятельный человек, погиб, прыгнув с седьмого этажа. Полиция располагает сведениями о том, что он потерял все свое состояние на Уолл-стритской бирже. Джон Дэвенпорт, бывший миллионер, не смог заплатить своим кредиторам и проведет 6 месяцев в тюрьме. Спонсор нашей программы – компания Dorothy Parton Cosmetics. Не забудьте, девушки, если вы хотите быть красивыми, если вы хотите быть очаровательными, пользуйтесь знаменитой помадой Dorothy Parton, знаменитым карандашом для бровей Dorothy Parton, знаменитым осветляющим кремом Dorothy Parton и знаменитыми румянами Dorothy Parton. Начало шестого сигнала соответствует 12 часам ночи по стандартному тихоокеанскому времени. И 8 часам по нашему южноморскому времени. 4 часа разницы, пора идти спать. Суббота, это твое. Это твоя кровать. Ты спишь здесь. Вот, ты спишь здесь. Нет, нет, я сплю там. Вон там. Ну, хорошо. Вот так. Спокойной ночи. А вы не целуетесь? А что вы делаете? Что? Суббота. Ясно. Вы третесь носами. Ну, спокойной ночи. Приятных сновидений. До завтра. Спокойной ночи. Thank you.
Смотрите, профессор, вот где вам отведена роль согласно моему плану. Вы соберете этих туземцев, а я объясню вам, как я собираюсь выиграть пари у нашего Робинзона Круза. Хорошо, я согласен. Приветствую вас. Прекрасно, Суббота, с первого удара. А теперь я попробую. Так, не стой там. Суббота, никогда не говори под руку мужчине. Лучше укради в это время у него часы, но не разговаривай с ним. Это табу. Суббота, говорить табу. Я тоже попал. У нас ничья. А теперь самое главное в гольфе. Это 19-я лунка, это клуб. Клюшку сюда. А, Кэгги, молодец. Вот, попробуй. Фруктовый напиток. Очень вкусно. Держи. Ай, да? Да? Да. Нет, да. 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 По-нашему то же самое. Вот. Еще. Нет. 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 Нет, это все, чему должна научиться девушка. Нет. Суббота. Как прекрасно. Хороший обед, гольф и ты. А что за ночь? Прекрасная. Чудесная. Великолепная, божественная, вдохновенная. Очаровательная. Какие ласковые и серебристо-сладкоголосые звуки. Звуки, словно нежнейшая музыка. Они витают в ночном воздухе. О, райская ночь! Ты мне приснилась. Ты слишком прелестна, чтобы быть явью. Понимаешь? Нет. Конечно, ты права. Пора спать. Уже поздно. Скоро жаворонок придет на смену ночному соловью. Спать! Прекрасно! Отлично! Как настоящие людоеды. Теперь втолкуйте им, что они должны делать. Человек на острове один. Они должны испугать его насмерть, привязать к вертелу, как будто решили зажарить его. Потом появляемся мы. Ну, давайте, вперед! Ха-ха-ха!
Суббота, ты чудо. Ты милая, красивая, ты восхитительна. Ты то, что доктор прописал. Но так не может быть. Это так неожиданно. Ты даже не знакома с моей семьей. Потом она может тебе не понравиться. У нас ведь там совсем все по-другому. Вот это матч! Нотр-Дам 0, Южная Калифорния 0. Идет первый тайм. Кэгги, перестань. Не видишь, мы разговариваем. Понимаешь, Суббота, мы дикари. Вы спокойный, тихий, миролюбивый народ. А у нас футбол, бокс, гангстеры, зубные врачи. Вот, к примеру, ты играешь в бридж? Да. Нет, Суббота. Я не согласился бы испортить твои красивые зубы ни за что на свете. Ужасно. Ужасно. Come on.
Тихо, или получите вот это. Суббота, иди, приготовь коктейль. А я побуду тут. Ничего себе! Все удобства. Парк-авеню. И радости Бродвея. Привет! Ну и бандит! Ну и бандит. Здравствуйте, рад вас видеть. Смешной наряд, смешной. Это суббота, это мои друзья. Друзья, это суббота. Вы подоспели как раз вовремя к коктейлю Робинзон Крузо. Интересно, что случилось с моими каннибалами? Они там в сетке. Ну вот, попробуйте. Ну ты бандит, у тебя здесь все есть. Но вы еще ничего не видели. Идите за мной. Ну, что скажешь? Да он... Он просто гений. Вот твоя $1000. Ты выиграл. Помните девушку на том острове? Вот и ее мать. Ее мать? Это осложняет дело. Вот еще одно осложнение. Время не ждет. Это пятница. Надо бежать. Заберите обезьяну, собаку и попугая. Быстрее. Билл, удвоим ставку. Спорим, что мы спасемся. Согласен. И надеюсь, что ты выиграешь. Быстрее, они уже близко. Бегите по парк-авеню, там яхта. Я их отвлеку и догоню вас. Thank you.
теперь ты мне должен 2000. Ну ты и бандит. Смотрите. Суббота. Вот это да. Я так и знал. Я так и знал. Все к этому и шло. Ну, суббота, я же тебе говорил. Что же ты? Ты должна вернуться. Ты должна остаться на острове. Нет, нет, нет. Зачем я учил тебя английскому? Что вы с ней будете делать? В таких случаях они прыгают в вулкан. Что? Если она последует обычаю. Я серьезно? Прыгнет в вулкан. Что мне делать? Скажите, профессор. Восток – дело тонкое. Я знаю, знаю, знаю. Может, ее акула проглотит? Утроим ставки, спорим, что из этого ты не выкрутишься. Придумал, придумал, придумал. Театр варьете «Зигфилд».